Всем привет, друзья! Я тут решила сделать картофельную запеканку с мясом. Сначала хотела сделать рулет, но потом что-то мне лень стало там на пленке раскладывать картошку, заворачивать все. Я решила сделать просто вот в разъемной форме запеканку. Так, ну вот, подготовлена у меня нижняя часть запеканки. Тут пюре у меня смешанное с тертым сыром. Правда, я мужа просила купить или плавленые сырки, или небольшой кусочек сыра. Он не понял, купил сыр, который колбасный называют. Ну ладно, в общем, тоже вполне себе он расплавился. Так, и теперь сюда положу фарш. Предварительно уже обжаренный, с луком, с морковкой, со специями. И когда я его обжаривала, я его так потушила немного в молоке. Ну, опять-таки, для вкуса. Я не люблю, когда сырой фарш кладут там в запеканку или в пирог. Он выглядит как-то, мне кажется, неэстетично. И просто мне вот так больше нравится, как я делаю. Так, закрываем оставшимся пюре вверх запеканки. И теперь надо сверху смазать сметаной. И я еще хочу из небольшого количества пюре попробовать украшение сделать с помощью кондитерского мешка с насадками. Не знаю, что получится. Я его купила давно, но так еще ни разу не пользовалась. Так, ну вот что у меня получилось. Попробовала разные насадки. Но, видимо, все-таки они для крема существуют, а не для пюре. Поэтому так тут какие-то непонятные штуки получились. Ну, еще вон бортик я сделала. Ладно, теперь надо это все запечь. Не очень долго, потому что ингредиенты все, в общем-то, уже приготовлены. Просто, чтобы получше схватилось. И все, и посмотрим потом, что получилось. Ну, а пока готовится запеканка. Смотрите, что я ем. Блюдо из детства. Тертая морковка. С сахаром и сметаной. Ну, в детстве я не любила со сметаной, я любила, чтобы просто с сахаром было. Тут решила покислее немножко сделать. Инна есть это. Отказалась. Сказала, что ей не нравится такое блюдо. Я сижу и наворачиваю с удовольствием. Ну вот, готова наша запеканка. Вот эти штучки подзапекли, стали такие прям твердые. Я ее посыпала зеленью. Так, мне кажется, покрасивее будет. Вот, и сейчас немного постоит. Я сниму форму. И посмотрим, как у нас там все это выглядит внутри. Вот так все выглядит в разрезе. На тарелочке. Это я не уже отрезала. Можно со сметанкой, кто любит. Сейчас попробуем, вкусно или нет. Инна сказала, что это вкуснейшее блюдо. Вот сейчас я тоже буду пробовать. Думаю, это так и есть.